Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами новая тема, урок, который называется «Закон радиоактивного превращения и решение задач». Сегодня мы поговорим с вами о радиоактивных превращениях и законе радиоактивного превращения. Впервые открыл явление радиоактивности ученый, французский ученый-физик Анри Беккерель. Он работал с солями урана. Вначале он под действием солнечного излучения облучал солнечными лучами и получал излучение солей урана. Но была как-то пасмурная погода, и он решил не проводить опыты и оставил соли урана в ящике своего письменного стола. Внизу ящика находилась фотопластинка и медный крест. Через некоторое время он решил взять и проявить фотопластинку. И оказалось, что на ней были очерчены контуры креста. Вот эта знаменитая фотопластинка с контурами креста. И тогда Беккерель сделал выводы, что, оказывается, соли урана дают излучение независимо, есть ли солнечный свет или нет. И к нему присоединились еще Мария Складовская-Кюри и Пьер Жюлио Кюри. Они вывели естественную радиоактивность. Что такое радиоактивность? Радиоактивность – это свойство атомных ядер самопроизвольно изменять свой состав и в результате испускания частиц или ядерных фрагментов. Радиоактивность бывает естественная и искусственная. Естественную радиоактивность, вот я вам говорила, что открыли семья Мария Складовская-Кюри и Пьер Жюлио Кюри. Радиоактивность – свойство некоторых ядер, как я говорила, которое дает излучение в результате распада ядер химических элементов. Естественное – это спонтанное испускание частицы, а искусственное само по себе под воздействием различных факторов. В данном случае может быть также каких-то элементарных частиц после внешнего воздействия. Мы говорили на прошлом уроке, что радиоактивное излучение, когда пропускали через магнитное поле, оно разделилось на три составляющие. Три потока – альфа, бета и гамма. Альфа – это поток ядер гелия, бета – это поток электронов, а самое мощное в мире излучение – гамма-излучение. Это просто поток лучистой энергии. Так вот, теперь подходим, что же собой представляет закон радиоактивного полураспада. Когда изучали свойства радиоактивного распада различных радиоактивных химических элементов, оказалось, что активность их излучения каждый раз меняется, уменьшается в два раза от предыдущего. Например, в начальный момент времени находилось какое-то определенное количество ядер. Через некоторое время оказалась половиночка этих ядер, потом оказалась четверть и так далее. То есть у нас получается все время половину от предыдущих. Эту зависимость можно записать математически. Итак, в начальный момент времени n нулевое, через какой-то промежуток времени n нулевое разделить на 2, еще удвоенный промежуток времени n нулевое разделить на 2 в квадрате, то есть 2 раза под 2, и так далее. И получится вот такая закономерность, что n равно n нулевое умножить на 2 в степени. Ребята, откуда появилось 2 в степени? Так вот, вот это n-ный промежуток времени, это время жизни разделить на вот этот период полураспада. То есть у нас число оставшихся ядер будет равно n нулевое разделить, как я говорила, 2 в степени n. Если мы подставим вот эту степень n в виде отношения времени жизни ядер к периоду полураспада, то у нас получится формула n равно n нулевое разделить на 2 в степени t малое разделить на t большое. Ребят, запишите, пожалуйста, себе. T малое – это время жизни ядер, t большое – период полураспада. Период полураспада называется только потому, что все время уменьшается в половину от предыдущего.
И по закону математики, чтобы из знаменателя поднять вот это число в числитель, мы поднимаем с противоположным знаком. С каким? Минус. И тогда у нас формула получается n равно n нулевое умножить на 2 в степени минус t малое разделить на t большое. Мы сегодня с вами будем решать задачи на эту тему. Записали? Кроме того, что есть закон полураспада, есть еще понятие активность радиоактивного препарата. Что это такое? Это скорость радиоактивного распада в единицу времени. Мы с вами говорили когда-то, что такое скорость? Пройденный путь в единицу времени. То есть отношение ко времени. Ускорение, это было в седьмом классе, изменение скорости в единицу времени. А здесь изменение ядер химического элемента радиоактивного в единицу времени. Активность радиоактивного распада обозначается буковка А, и она равна изменение или скорость радиоактивного распада, число частиц дельта Н, разделить на промежуток времени дельта Т. Изменения, то есть число ядер распавшихся за единицу времени. Теперь внимание, ребята, чтобы вы не путали. N – это число оставшихся ядер. N нулевое – это число тех ядер, которые были в начале распада. А как найти дельта N? Дельта N – это изменение от начального числа ядер отнять оставшееся число ядер. Вот это вам тоже пригодится в решении задач. Единицы измерения. 1 беккерель. Кто у нас был? Первый открыл ядерное излучение. Беккерель. Активность нуклида в радиоактивном источнике, в котором за одну секунду происходит один распад. Кроме этого, я говорила вам, еще присоединились к беккерелю кто? Семья Кюри. Внесистемная единица измерения Кюри. 1 кюри составляет 3,7 умножить на 10 минус 10 степени беккерель. Это вам тоже пригодится информация. И есть еще последняя удельная массовая активность. Это величина, равная отношению активности изотопа к его массе, изначальной массе. Ребята, усвоили? Итак, за сегодняшний урок вы узнали, что такое радиоактивность, какие виды радиоактивности бывают, узнали закон радиоактивного полураспада, и теперь понимаете, почему он называется полураспад. Потому что активность химического элемента с течением времени уменьшается в два раза от предыдущего. Не от начального числа, а от предыдущего. Я вам эту диаграмму показывала. И сейчас мы с вами наши знания закрепим на решение задач. Итак, решение задач. Ну, давайте возьмем первую задачу. В кубическом метре комнатного воздуха содержится 2 на 10 восьмой степени атомов радиоактивного изотопа радона. Период полураспада радона 3,82 суток. Сколько атомов радона из этого количества испытывает радиоактивный распад за 7,64 сутки? Итак, чтобы решить эту задачу, мы сначала запишем с вами условия задачи. Дано. Содержится 2 на 10 восьмой степени атомов. Это начальное число атомов. N нулевое равно 2 умножить на 10 восьмой степени штук атомов. Период полураспада радона 3,82 суток. Значит, это время, t, большой период, 3,82 суток. Ребята, мы оставим все в сутках, не будем переводить в секунды. Нам так будет удобнее. Сколько атомов радона из этого количества испытывает радиоактивный распад за 7,64 суток? Значит, мы пишем время t, маленькое, равно 7,64 суток. Сначала мы найдем число оставшихся, а потом сколько атомов испытывает, значит, дельта N найдем.
Итак, сначала мы пишем с вами закон радиоактивного распада. N равно N нулевое умножить на 2 в степени минус T малое разделить на T большое. Подставляем числовые значения. N равно N нулевое 2 умножить на 10 в восьмой степени. И, ребята, вам удобнее посчитать, вот если я вот это опущу в знаменатель. 2 в степени. Теперь, внимание, 7,64 разделить на 3,82. Ребят, вот это число, я так подозреваю, что это будет равно 2. И тогда у вас число получается так. 2 на 10 в восьмой разделить на 2 в квадрате. Теперь можно сократить. 2 и квадрат сокращается, потому что 2 в квадрате это 4. И получается 1 вторая. 1 вторая 0,5. 0,5 на 10 в восьмой степени штук. Это сколько осталось? Чтобы найти, сколько распалось дельта n, мы должны из начального числа вычесть конечное. N нулевое минус n. Получается, ребята, оставляем одинаковую десятичную приставку. 2 на 10 в восьмой минус 0,5 на 10 в восьмой. Мысленно десятичную приставку выносим за скобку. 2 минус 0,5 будет 1,5. 1,5 на 10 в восьмой степени штук. То есть мы рассчитали, сколько ядер у нас распалось за данное время. Как вам задача? Так, следующая задача. Ребят, я вам все решать не буду. Я выберу несколько задач, остальные вы решите дома из этого учебника. Так, ну давайте возьмем третью задачу. Определите период полураспада радиоактивного стронция, если за год на каждую 1000 атомов распадается 750 атомов. Теперь внимание, давайте запишем условия задачи. Итак, за год это время, t маленькое, 1 год. На каждую 1000 атомов это начальное число атомов, n нулевое. 1000. Распадается 750. Вот что распадается, это будет дельта n. Вам надо найти период полураспада. Итак, у вас есть сколько распалось? Было начальное число атомов. Надо найти сколько, вернее, сколько распалось, найти сколько осталось. N равно из предыдущей задачи n нулевое минус дельта n. И у нас получается 1000 минус 750, 250. Это сколько осталось. И теперь возвращаемся опять к нашей формуле. Итак, вместо n мы пишем 250 равно n нулевое 1000 умножить на 2 в степени минус t малое разделить на t большое. Теперь что я делаю? 250 я делю на 1000, это сколько получается у нас? Это получается 0,25 или 1/4. Но для того, чтобы вы это лучше поняли, мы запишем вот так. Не совсем удачное число. В принципе, мы можем зеркально перевернуть формулы и левую и правую, чтобы знак поменять. И у нас получится 2 в степени t малое на t большое равно как 1000. Разделить на 250, но это красивее. 1000 разделить на 250, это будет 4. 4, это есть 2 в степени 2. И как в математике, мы приводим к одному основанию.
2 в квадрате. Если у нас основания одинаковые, значит и показатели степеней равны. То есть здесь получается t малое разделить на t большое равно 2. Отсюда t большое равно t малое разделить на 2. Один год делим на 2. Какой ответ получается? Значит, период равен 0,5 года. Половина года. Ну и хотелось бы отметить вам четвертую задачу. Период полураспада изотопа натрия 2,6 года. Если изначально было 104 миллиграмм этого изотопа, то сколько его будет через 5,2 года? Вот тут у вас сейчас появляется загвоздка. Все мы говорим про число ядер, а тут уже дается масса. Как выходить из этого положения? Итак, пока я готовлю доску, давайте с вами вспомним, как связано число частиц и масса вещества. Они находятся в прямой зависимости. Вспомните, чтобы найти массу вещества, это из молекулярки 9 класса, надо массу одной частицы умножить на число частиц, находящихся в этом веществе. Таким образом, мы что можем сделать? Прямую зависимость. То есть, если у нас есть закон радиоактивного распада через число частиц, мы можем вывести закон радиоактивного распада через массу вещества. Итак, вспомним, масса – это есть масса частиц умножить на число частиц. То есть, эту формулу я могу видоизменить. Как? Я подставлю, если подставлю это выражение сюда, то у меня получится m – масса оставшегося вещества, а m нулевое – это начальная масса вещества, как в условии задачи. Итак, пишем условия задачи. Период t равен 2,6 года. Повторяю, ребята, мы оставляем все в годах. Если изначально было 104 миллиграмма, m нулевое 104 миллиграмма. Тоже оставим в миллиграммах, не будем переводить килограммы. Ребята, внимание, вот здесь m нулевое – это масса молекулы. А это начальная масса вещества. Мы ее так обозначили. То за сколько будет через 5,2 года? Значит, время t 5,2 года. Найти массу оставшегося вещества. Ну и теперь применяем формулу. Пишем m равно m нулевое умножить на 2 в степени минус t малое на t большое. И я подставляю смело числовые значения. 104, я не перевожу с вами в килограмм, умножить на 2 в степени минус 5,2 разделить на 2,6. Мне почему-то кажется, что вот это число будет равно 2. Тогда m равно 104 разделить на 2 в квадрате. Ну и у нас что получается? 104 разделить на 4. Итак, 10 делим на 4 получается примерно 2, да? Потому что 4 умножить на 2 – это 8. 2, а остаток остается 2 и 4, 24 делим на 4, и получается примерно 26 миллиграмм. Вот вам ответ. И еще я бы хотела вам обратить внимание, но это вам на смекалку. Шестая задача. Дан график, каков период полураспада этого элемента. Посмотрите внимательно, пожалуйста. Вертикальная ось – это число ядер. Горизонтальная ось – это время. Начальное число ядер – 160. Распалось. Стала половина 80 через сколько получается? 50 секунд. Можно найти период полураспада. Время, через которое осталось 80 на 10 в 18 степени ядер, было 50 секунд. Эту задачу можно рассчитать самим. Итак, у вас домашнее задание.
прочитать тему 41 учебника, решить задачи 2-5, но посмотреть еще шестую. Я вам ее, в принципе, уже рассказала. Желаю удачи, до новых встреч!